Ні, це в натурі. Дякую, що залишаєтеся на сьомому каналі. Ви дивитесь Live Studio. Мене звати Євген Салтан. Я вас вітаю. Громадськість Одеси виступила проти перейменування проспекту Небесної Сотні та вулиці Інглезія. Про це будемо говорити найближче 30 хвилин разом з нашими гостями. Депутат Южненської міської ради Володимир Сівак. Вітаю вас. Добрий вечір. Юрій Сафронов, представник політичної сили Демократична Сокира. Вітаю Савчук. Вас. Перепрошую. Савчук, вітаю. Так? І Володимир Владислав Копитков, правозахисник. Вітаю вас, панове. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Тож, я так бачу, у вас є документи цієї резолюції, це... можна так сказати. Які саме громадські організації підписалися? Це текст нашого звернення. Єдине, що я привіз копію без підписів. Підписи залишились в офісі нашому. На акції, яку ми влаштували біля міської ради, підписало, якщо я не помиляюсь, там біля 8 ГОшек та більше 30 людей. Просто громадян одеситів. Ось. І ми вважаємо, що це незаконне саме по собі рішення. До речі, з цього приводу в 2017 році також свою позицію висловила прокуратура та СБУ, які, прокуратура почала розслідування, а СБУ писало звернення до міської ради з приводу саме цього проєкту рішення. Тому в плані законності тут, мені здається, нема чого взагалі. То загалом скільки людей підписалося під цим документом? На акції було десь приблизно 50 людей. Я знаю, що можна онлайн також ставити свої підписи. Так, онлайн можна. Це називається платформа «Активний громадянин». Але єдине, що погано, що вона дуже непрозора. Ми не бачимо логів голосування, ми не бачимо, хто голосував, коли, як. Тому великої довіри до цього голосування в нас, на жаль, нема. До того ж, там, як на мене, дуже складно зробили реєстрацію. Там або треба використовувати банк ID, або відсилати свої скани паспортів, документів. Не всіх хочуть це робити. Тому там вкрай обмежена кількість людей приймає участь в цьому голосуванні і обговоренні. Тому теж для мільйонного міста, там, якщо я не помиляюсь, зараз проголосовано десь близько 150 людей, це ні про що. Це дійсно дуже мала кількість. Можливо, це відображає реальний стан речей, скільки людей хочуть залишити назву проспекту Небесної Сотні. Там я сьогодні не дивився. Кілька днів тому там було приблизно плюс-мінус однакова кількість і за, і проти. Тому складно сказати, наскільки це відображає дійсно ситуацію. Просто знати реальну кількість одеситів, які хочуть, щоб був проспект Жукова, 25-й там, Чапаївської дивізії, скільки хочуть людей, щоб був проспект Небесної Сотні. Євген, для початку хочу поздравити всіх работников местного самоуправления и людей, участвующих в развитии местного самоуправления, с праздником. Это очень важно для развития вообще демократических институтов в нашем государстве. И давайте вот не узнать мнение одесситов, громады, это, конечно, все очень важно. Но есть закон, который был принят об обсуждении, осуждении коммунистических, нацистских, тоталитарных режимов, где сказано о том, что и использование, запрета использования символики, которые эти режимы были, где четко сказано, что люди, которые занимали руководящие должности в этих режимах, не имеют права быть названы улицы, там, музеи, театры, и все, то есть вот именно люди, которые занимали какие-то должности. Жуков, он, безусловно, вклад сделал в победу в Великой Отечественной войны, опять же, это все это исторические оценки, но он также занимал должности. И не последней должностью он был членом ЦК, он и был зам обороны, наркома. Поэтому это противоречит законодательству. А мы живем в правовом государстве, я считаю, в европейском государстве, где закон превыше всего, и решение местных советов должно быть в том числе опираться на законодательную базу. А щодо 25-ї Чапаївської дивізії, які тут основні претензії? 25-ї Чапаївської дивізії
Мы знаем, что было заключение Института нацпамяти о том, что эта дивизия участвовала непосредственно в борьбе с движением, националистическим движением, которое боролось за независимую Украину, и в том числе вот по этой причине была перейменована улица. Дякуємо, почули вашу. Напомню, інститут, да, он является государственным учреждением, которое выполняет очень важную идеологическую функцию в нашем государстве. Так, спасибо, пане Володимире. Вот Владислав сказал такую крамольную вещь. Он сказал, что в конце уже, он сказал о том, что Институт национальной памяти выполняет важную идеологическую вещь. Или роль, или вещь, неважно в данном контексте, но он занимается идеологией. У нас в нашей Конституции запрещена любая идеология, любое, скажем так, закрепление любой идеологии на государственном уровне. Что касаемо Института национальной памяти, вы знаете, его разъяснение или толкование, ну, выглядит, по крайней мере, очень странно иногда, потому что в списке людей, которые подлежат декоммунизации, есть такие люди, как Долорес Ибарули, есть такие люди, как Морис Торес, председатель Коммунистической партии Франции, а в то же время в законе об осуждении там коммунистического и нацистских режимов сказано о том, что подвергаются только люди, которые принимали участие в установлении советской власти в Украине, и там, которые занимали там должности в коммунистической партии. Поэтому, ну, вы знаете, здесь как-то, ну, непонятно, да, что делает Институт национальной памяти, потому что на самом деле мы видим с вами, что Институт национальной памяти как раз-таки занимается больше идеологической, ну, и больше политической работой. У нас нет представника Института национальной памяти. Ну, их нет, они боятся приходить, вот, поэтому их здесь и нет. А на самом деле, если бы Институт нацпамяти был бы подразделением Академии, допустим, наук Украины, таких бы у нас ситуаций не было, потому что мы должны с вами понять, и уже наконец-то определиться, что на почти 30-м годе независимости нужно понять, что мы должны относиться к истории как к науке, а не как к политике, обращенной в прошлое. И если мы с вами говорим о 25-й Чапаевской дивизии, то я вам хочу сказать, что, во-первых, эта дивизия принимала участие в обороне Одессы и в обороне города Севастополя. Это раз. И два, она названа в честь Чапаева. Я вам хочу сказать, что господин Чапаев никакого отношения к установлению советской власти в Украине не имел. Поэтому, еще раз говорю, то, что, и это подтверждает то, что на самом деле Институт национальной памяти, который был создан при Петре Порошенко, является просто политическим инструментом в руках сегодняшней власти. И она всегда может сказать, что это все Институт нацпамяти, и, скажем так, отойти от тех волнений, которые у нас сегодня есть. Если мы с вами говорим о декоммунизации в целом, да, там, проспект Жукова, 25-я Чапаевская дивизия. Вот у меня возникал простой вопрос. Зачем власти было переименовывать именно проспект Жукова в Небесной Сотне? Зачем это делать? Если мы с вами говорим о том, что нужно сшивать страну и нужно как-то объединять Украину, то нужно находить какие-то точки соприкосновения, а не навязывать ту или иную точку зрения. Почему другую улицу в эту честь нельзя было назвать? Почему нельзя проводить нормальную политику? А я вам скажу почему. Потому что если бы в Украине был бы внедрен институт местных референдумов, который, кстати, гарантировал наш президент, который победил на выборах, он говорил о том, что народовластие является одним из самых главных и приоритетных задач, когда он придет к власти. Реализован институт местных референдумов? Нет. А если бы это было, у нас бы сегодня не возникали бы вот такие дискуссии на эту тему. И мы, еще раз говорю, на 30-м годе независимости не бились бы над тем, это наши герои, это ваши герои. Мы должны говорить о том, как развивается наша страна. Вот о чем нужно сегодня говорить. А историю, как науку, нужно оставить историкам, только настоящим историкам, не из Института национальной памяти. Как же тут вызначить, кто справжний? Можно ремарку сделать? Поднять их научные работы. Потому что вы знаете, что самое смешное? Владик, можно я? Вот, мы сейчас закончим. Давай, я вот по историкам. Вы сказали, вот вы спросили, я вам отвечу. По историкам. Важно поднять их кандидатские докторские диссертации. Уже, значит, ученые работают. Я вам скажу. А только что Владимир говорил, что это... Нет, смотрите, потому что некоторые... Что там работают как бы любители, да? Не, я говорю тут на местном уровне. Крикуны работают. Угу. Я говорю о том, что на самом деле взять их... Ну ладно, ну да, я закончу. Взять их работы, так они еще вчера защищали свои диссертации по роли коммунистической партии для украинского народа или там по пионерской организации. Понимаете? А сегодня они уже говорят о том, какие они великие националисты. Вот о чем. Понимаете? Политика дворных стандартов. Давайте все ж таки трохи знизимо градус. У нас є дзвінок глядача. Ми вітаємо, як вас звати.
Добрый вечер, студия. Добрый. Все правильно, вы понимаете, что исторические эти вехи, они должны остаться. Одесса город-герой, он так и должен оставаться. Я говорю, если взять улицу, которую переименовали проспект Маршала Жукова, неужели нельзя было переименовать, допустим, проспект Исхака Рабина? Объясните мне, ребята, кто такой Исхак Рабин, что он сделал? Или вообще какое отношение имеет к Украине. И все, и не надо было, наверное, ломать копья, во-первых. Во-вторых, все-таки вы понимаете, ну надо осторожно. Я брал этот самый интернет и посмотрел, чем занимается этот институт национальной памяти. Я ожидал, вы понимаете, что там будут лица, которые действительно были во время войны, оккупации румынами, репрессированы. Сколько было повешенных на фонарных столбах, вы же знаете. Где хотя бы одно имя этого человека, который пострадал. Зато там в отдельную папочку откладываются имена тех, кто писал доносы. Кто те, которые писали на тех, кто писал на... Это что, работа такого института? Кого они собирают увековечить? У нас очень мало... Вы смотрите, возле здания городского управления внутренних дел с правой стороны есть маленькая мемориальная таблица милиционеров, которые во время войны ушли на фронт, и никто из них не вернулся. Так, пожалуйста, давайте по каждому поименно определим судьбу этих людей, которые действительно отдали долг, что мы вот появились на свет благодаря им, что наши отцы не сгорели в крематории. И вот это поколение, которое появилось, спасибо им. Но не будем передергивать, это не наши, это действительно ученые должны, институты, не знаю, ну академики пускай этим занимаются. Они действительно, как вы правильно говорите, в политических целях, конъюнктура. А бережно надо, надо все-таки, ребята, надо очень любить эту страну нашу. И надо очень любить наш город. Вы понимаете, тут еще живут те, которые... Ну, причастны к тем событиям, которые были. Здесь очень много живет тех, которые ездили в Тюмень и строили газопровод. Уренгой, Помара, Ужгород. Они же не знали тогда, что они Соболева, оказывается, этот газопровод построили, который из нас сейчас пьет кровь. Месяцами там месили эту грязь, этот груз кормили, сделали, провели, получили действительно тогда, ну это мои тоже, мои соотечественники, они получили тогда и правительственные награды, они гордые были, что они для этой страны что-то сделали. Спасибо, спасибо за ваш дзвіночок. Была реплика до дзвінка на слова Володимира. Да, я по институту национальной памяти, потому что там работают действительно квалифицированные кадры, которые имеют ученые степени. Поэтому надо говорить, что это какой-то политический орган был. И мы понимаем, что на сегодня у нас, да, у нас нет единой государственной идеологии. У нас должны быть, как минимум, мы считаем, на сегодня, учитывая реалии в состоянии войны с Российской Федерацией, она у нас не закончилась, эта война просто перешла, может быть, не перешла, она уже давно в гибридной форме. Мы должны понимать, что есть вопросы определенной национальной безопасности, и в том числе пропаганда Российской Федерации сегодня в том числе строится на вот таких, на деятелей, которые культивируются как победа именно почему-то именно российского государства. Хотя победа была общая, победа была и Украины в том числе, и вклад украинцев очень велик в это дело, и тут вот надо эти моменты все учитывать. За словами президента России не дуже великий внесок. Ну, это его слова. Можно еще? Так. У меня несколько тез. По-перше, ви сказали, що Інститут національної пам'яті використовує ці події, цю взагалі всю цю структуру держава використовує в політичних цілях. А скажіть мені, будь ласка, хто вам сказав, що в політичних цілях радянська влада не використовувала історію? Хто вам сказав, що ви російська влада? Ми з вами в якій хто вам сказав, що ви знаєте об'єктивну біографію Жукова, наприклад? При чому тут? Ми з вами говорили о ролі Жукова і його біографії? Ви слышали, що я говорив, или ні? Я кажу про політичне використання том, історії в радянський час. Що можна топоніми використовувати дуже, скажімо так, без лишньої агресії. От і все. А яку вот агресію? Якщо хочеться самі назвати вулицю, можна я так или іначе, можна то нужно проводити общественные слушания, спокойно это делать и спокойно ее называть. Я не давай, а не навязувати. Я не давай, буду з вами перекрикувати. Да, да, можна я завершу? Да, і да. Наступна теза стосовно назви «Небесна сотня». Як на мене, якщо розглядати ці дві назви в сфері сенсів, то Жуков – це людина, яка
в свій час сказала таку крилату фразу, що хохлів не жалко, менше будемо в Сибір вивозити. А Небесна Сотня віддала... Це ви на який источник ссилаєтесь? А Небесна Сотня віддала своє життя за революцію гідності, за гідність людську. Кожної людини. Я говорю, где была эта фраза Жукова? На какой источник вы ссылаетесь, когда такое говорите? Мне просто интересно, вот и телезрителям тоже. Когда вы говорите, я слышу очень много таких интересных цитат, мне, честно, вот из любопытства. Просто интересно, на какой источник вы ссылаетесь, когда такое говорите? Может, год припомните что-то или нет? Не знаю. Понял, хорошо. Кожного свої власні. Да, я джерела. Дякую. І слова, які можна дякую, дякую. Знаєте, мені напевно, що вся ситуація, ну, то, що це махровий популізм, не вопрос языковий, я вважаю, вопрос, це важливий вопрос. В точки зрення, опять же, ідеологічної точки зрення. А ідеологія у нас государство України. І все, що касається інтересів государства України, должно приймати сторону защиты со стороны государства и граждан Украины. Вот. Вот это основной аспект. Когда у нас появляется опять же там о языке, да, вот 16, вот, о языке опять будут 16, вот 16 часов, да, у нас там будут уже все, опять пойдут вот это все по махровый популизм, который вот это поводы, чтобы опять себе рейтинги делать. А еще напоминает немножко фильм был такой, «Свадьба в Малиновке», знаете, когда вот ситуация поменялась немножко, конъюнктура чуть-чуть, оп, мэр уже начинает говорить о том, что вот надо у нас, значит, этот. Поменялась другая ситуация, нет этот. Нет, должна быть четкая позиция, государственная позиция. Я еще раз подтверждать государственные позиции. Если мы видим, что сегодня, в данной ситуации, особенно во время войны с Российской Федерацией, мы видим, насколько российская пропаганда как машина сильна, насколько у нас, к сожалению, еще у населения нет вот этой стойкости психологической, информационной от этой пропаганды. Нужно создавать свою, да, пусть не назовем это не пропаганду, какие-то защитные механизмы, в том числе этот закон. Этот закон, он является в том числе защитным механизмом. Тому що ми в процесі боротьби, боротьби за своє государство. Наскільки закон про декомунізацію є досконалим? І наскільки він виконує? Так само, як будь-який закон. У нас закони, в принципі, закон у нас пишуться, да? В принципі, у нас механізми реалізації цих законів. Це вже другой вопрос. Видите, от вже Вадим Лазєвич уже знайшов, значить, місцевий референдум. А зараз чекаємо, поки закони приймуть у місцевому референдумі. Вот, що буде всеукраїнський референдум. От вам Лазєвич, да? Лазєвич, легалізація определенних процесів, определенних каких-то вещей, да? То, що от приймають такий інструмент, і от тепер ми вже даємо не Верховній Раді, як законодавчому інституту, рішати право того вопроса, буде он так урегульований в законодавчому полі, а от людям даємо. А сколько у нас люди сегодня компетентны граждане, это вопрос другой. Так может выборы тогда не проводить, раз люди не компетентны? Ну, знаете, Владимир... Может тогда зачем нужны выборы? Давайте будут собираться там часть людей и выбирать сами. Я всегда защищал институт выборов, но 19-й год, вот уже, я считаю, показал, насколько у нас люди компетентны в выборах. Когда человек, который не имеет ни программы, ни опыта в государственном управлении, стал руководителем нашего государства. К тому, что он победил на выборах, лучшим агитатором для него был, это ваш бывший патрон, Петр Алексеевич Порошенко. Вот кто был самым лучшим агитатором для Зеленского. Вот и все. Ему и поэтому ничего делать не надо было. Только выходил так, Порошенко. Наша песня «Добра». Не, ну вспомнили опять про 19-й год, еще какой-то, еще про 17-й, про Советскую Украину. Я говорю о том, что в Конституции запрещена любая идеология. Влад говорит, нет, Вадим, должна быть идеология. Я не сказал про государственную идеологию. Я говорю о том, что идеологию. Должен быть институт местного референдума. И референдумы тоже есть в Конституции. Защитные механизмы. Говорит, нет, не надо особенно, доверять. Когда у нас идет война с такой страной, которая одна из самых сильных Влад, мы сейчас машин пропаганды. Послушай, мы сейчас говорили об государственной идеологии. Вы... Владимир, говорили о государственной идеологии. А я говорю о защитных механизмах, которые должны существовать в государстве, особенно когда идет война. Трохи знизу от градусы и чути одне одного. Щоб це не було звинувачення з боку вас. Нет, так нет никаких обвинений. Я питання, чуємо відповідь. Я ссылаюсь на закон. Есть закон, да, у нас декоммунизация, ну так, по-народному назовем его. В котором указано, что лица, которые занимали высшие государственные посты в коммунистическом режиме, не имеют права быть названы улицей. То есть мы должны соблюдать закон в Украине. Будет решение городского совета, будет потом суды. Суд докажет, что это решение было незаконным. На этом все закончится. Это раз.
У вас нет достаточной компетенции, вы не историк, оставьте это все, поймите, что истории должны... У нас для этого есть государственные органы, официальные, которые этим занимаются. А не надо создавать институт, почему... Объясните мне, почему Институт национальной памяти подчинен напрямую Кабинету министров, ему такое внимание и тотальное финансирование, археологии нет? Почему? А вы не понимаете? Почему Институт археологии... Я вам только что объяснил, что мы в состоянии войны со страной, где одна из самых сильных машин пропаганды. Поэтому у нас есть правильные ученые, а есть неправильные ученые, правильно? Если вы посмотрите... То есть другие ученые историю тех же балтийских стран... Должны сидеть в холоде, должны сидеть в курточках на работе, а кто-то может выходить и рассказывать, этих называем, этих не называем. Правильно я вас понял? Нет, ну подождите, Понимаете, вы свои умозаключения делаете. Спасибо. Не слушай меня. Спасибо. Давайте почуем. Спасибо. Давайте почуем глядачку, повітаємо, як вас звати. Алло, алло, кажіть. Алло. Алло. Это вы мне? Так, так, це ми до вас. Слушаю. І ми вас уважно слухаємо, що ви думаєте щодо нашої теми. Чи треба перейменовувати проспект Небесної Сотні? Я... Вы знаете, я была против переименования проспекта Маршала Жукова в проспект Небесной Сотни. Теперь я не знаю. И оба названия достойные. Нельзя... Проспект Небесной Сотни – достойное название. Проспект Маршала Жукова – достойное название. Не надо было накладывать одно на другое. Но я хочу сказать о улице Инглези. В Одессе никто не знает, кто такой Инглези, что он там особого сделал. Какое-то время его назначили градоначальником. А про 25-ю Чапаевскую дивизию все знают, все ее почитают, люди благодарны за то, что она освободила Одессу, освобождала Одессу, и Одесса, в общем-то, уцелела. И поэтому я считаю, что на 20 улице 25-й Чапаевской дивизии должна остаться в Одессе. Это память героев. Это же героические люди, которые воевали с фашистами. Разве можно так их вычеркивать? А Инглези, долго я и пыталась узнать, кто это такой. Никто, и между прочим, Инглези, когда был, его кто назначил? Царское правительство. Царь его назначил. Опять же, из России он пришел. Так что я не знаю, зачем он нужен, так сказать, сохранять о нем такую память. Дякуємо, шановна, врахували вашу думку. Ось тут можливо шукати якийсь компроміс і знайти іншу вулицю для маршала Жукова, я не знаю. Чи погодитесь ви на такий розвиток подій? Евгений, я еще раз хочу сказать, что есть у нас законы. Да? Они имеют высшую юридическую силу. И что какое решение не принимал бы местные советы, то они должны основываться на законе. Есть закон, да, декоммунизация, так его назовем сокращенно, это неполное название, народное такое название, в котором говорится о том, что лица, которые занимали высшие руководящие посты в коммунистическом режиме, не имеют права быть названными улицы, и все, и школы там, и музеи, и все остальное. Все, это закон. Хотим мы, не хотим, это есть закон. Если мы хотим идти по правовому государству, не пускаться в анархию, где будет да, право сила, а не сила права, тогда мы будем к этому спускаться. У нас будет вот такой постоянно... И постоянно это возвращаться к этим вопросам. 16 січня також проголосували за закони, які в кінцевому результаті назвали драконівськими. Також можна казати, закон є закон. Треба виконувати. Але ж тоді далеко не всі погоджувалися з тими законними підставами.
Ну, драконовские законы, это о другом мы сегодня говорим. Там действительно нарушались права личности человека, да? Это важно. А здесь мы говорим... Это в каком из законов 16 января нарушались права человека? Там собрания открытых, там нельзя в масках собираться, еще что-то. Я сейчас точно вам не процитирую, где там в законе. Но там права личности грубо нарушались. Там грубо нарушались. В любом бы ЕСПЧ этот закон был бы оправдан. Вы говорите, но почему его никто не обжаловал? Почему его только отменили так, в такой способ? Почему их никто не обжаловал нигде, ни в одном суде. Почему так получилось? Влад, расскажите. Вы сейчас меня спрашиваете? Да. Почему не обжаловали его? Ну да. Его обжаловали на... Ну так вы же его сказали, обжаловал что народ Украины. Что его тут обжаловать? Какие еще нужны дальше действия? А чому в такому сенсі ОПЗЖ не подає, не позивається в суд проти закону про декомунізацію? Чому ви підтримуєте завжди в неформальній формі ці всі розмови, бесіди, зустрічі, але значить, ви не подалися в суд? Я вам скажу, не обов'язково подаватися в суд. Є такий інструмент. Ні, ви знаєте, є парламент, Вот, я вам скажу. Я такий інструмент, як телебачення. Я вам проведу, заробляти політичні бали. Ні, я вам проведу краткий лікбез, тут ви зараз так хохочете. Вони ждуть реванша, коли не парламент буде більшістом, і будуть все відміняти. Да, Вадимир, ну скажіть, що ж ви тут уже? Боже, ну коли це прикольно? Зрозуміло, я вам скажу, що є парламент. Проект? Ви слышите мене? Я говорю зараз, потім ви говорите. Це дискусія називається. Тут такий формат. Вот. Є парламент. В парламенті приймаються закони. Є депутати. Вони являються теж суб'єктами законодавчої ініціативи. Так от, депутати від партії, яку ви назвали, яка ще раніше називалася «Опозиційний блок», подали альтернативний законопроект, який є на сайті Верховної Ради, який навіть не допустили в зал. Ответил на ваш вопрос? Да. Все. Дякую. У нас є дзвінок глядача, ми вас вітаємо. Алло? Алло? Так, слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий. Мені дуже би хотілося б, щоб проспект маршала Жукова стався би проспектом маршала Жукова. Тому що Жуков, він виграв почти війну. Он очень много сделал. Небесную сотню можно было бы перенести на другую улицу. У нас есть много улиц, которых можно переименовать. И она такую большую роль, небесная сотня, не очень отыгрывается. А больше все-таки это была Великая Отечественная война. Очень много погибло народа. И это память всех людей, которые тогда были. Особенно дети войны, которые после войны, они очень многое перенесли. Поэтому проспект маршала Жукова нужно оставить. Его не надо переименовывать. А Небесную сотню можно перенести в другое место. Дякуємо за дзвінок. Почули вашу думку. Вже третій, четвертий глядач, ми чуємо одне і те ж. Все ж таки люди більше... Я розумію, це люди поважного віку, вони все ж таки десь ще шануються історію Радянського Союзу. Вони виросли в це время. Тут можна зрозуміти. Вони виросли ідеологічно в цьому времени. І говорити сьогодні о персоні Жукова, вот, о тому, що він там зробив, це суб'єктивні зараз оцінки, тому що є об'єктивні якісь теж факти. Вот, і це дуже важливий момент розуміти, в якому поколінні, це покоління, коли воно виросло. Вот, і потрібно розуміти, в яких реаліях ми сьогодні живемо. І коли я говорив о том, що ми сьогодні живемо в стані війни з Російською Федерацією, в тому числі серйозної інформаційної війни, то потрібно, мабуть, все-таки подавати... Ми ж ніхто ж не проти якихось культурних діячів, іскусств, еще чего-то. Никто же это там не запрещает. Но конкретно людей, которые были олицетворением, лицом этого режима, это уже вопрос другой. У нас есть наступный звонок, мы витаем у вас. Алло? Добрый вечер. Я не могу согласиться с таким понятием, что, как вы сказали, Евгений, люди поважного века. Прошел возраста. Вообще, в моем понимании, что пока, знаете, молодость такой недостаток, который очень быстро проходит. Это во-первых. Во-вторых, человек пока жив, до тех пор он молод.
И, значит, мой дед был командиром партизанского отряда. Бабушка воевала, значит, в прифронтовом госпитале была. Стирала, была прачка, работала. А мама с братом своим собирала хлеб для раненых. И заходила в деревню. Ее фашисты словили. И она была, и она малолетний узник концлагеря. Я внучка своего деда, о нем две тушки. И я, для меня Великая Отечественная война, это вот я там пережила, это все близкие. В Белоруссии мою бабушку вторую расстреляли за то, что у нее и заставили копать могилу ее и ее детям за то, что ее муж был офицер. Понимаете? И мы выиграли войну. Украина выиграла эту войну. И это наша гордость на все поколения. И воевать с памятниками, с памятью, это самая большая низость. И как можно? Я хотела обратиться к гостю у вас, который с оппозиционной партии. Почему вы не подаете в суд за то, что в Киеве, столице нашей, есть улица Бандеры, этого преступника военного, который приветствовал Гитлера, который... Ну, у меня слов нет, понимаете? И я не против Небесной Сотни, я не против, но маршал Жуков, он руководил войной, и всех это нельзя воевать с памятниками, нельзя... теми, которые нас освобождали, под которыми мы говорим низкий поклон всем освободителям. Понимаете, сколько мы будем жить, и наше поколение будет жить. Никогда в жизни, я думаю, что не уйдет память о Великой Отечественной войне. И я призываю к этому помнить. Это наши герои, мы гордимся ими. Это наши близкие. Вот моя семья вся. Это мои все, понимаете, это моя война была. Спасибо. Дякую, можна теж ремарку сделать? Очень важное. Мы не боремся с памятью, еще раз повторю, если мы боролись бы, мы здесь сейчас на студии находимся, у нас здесь рядом улица маршала, у нас здесь площадь 10 апреля, дальше у нас есть улицы военачальников в Одессе, которые не отменены. Не отменены, потому что не занимали руководящих должностей в политических партиях, в коммунистической партии. У нас есть памятник Ватутину, который стоит возле Верховной Рады. Он тоже был военачальником, он тоже с этим много что сделал против националистического сопротивления. Но его памятник не снесен, он стоит. Да, только напомните, он что стоит. Его националисты убили. Мы чествуем победителей Второй мировой убили. Войны. Давайте мы чествуем... будем об этом. Что вы кричите постоянно? Ветеранов. Господи, вам что не скажут, что вы все время кричите? Но есть закон. У вас со слухом что-то или что? И что Владимир, вы но есть закон, поэтому никто о борьбе с памятью исторической постоянно? Не говорит. Это есть наша победа. Победа в том числе нашего украинского народа. Никто об этом сегодня не говорит. Говорят вот, конкретно о персоне Жукова. Смотрите, вот, видите, вот, Евгений, я вам благодарен и вашему каналу. Вот прогресс налицо. Посмотрите, прогрессировал. Подождите, у вас Владимир, в студии. Вы, я вам, он уже перестал я вам, говорить Владимир. О том, что Россия там приватизировала себе победу, еще подождите, что-то. Я это изначально вам сказал, что Россия приватизировала победу. Что это не наша победа, что это общая нет. победа. По-моему, Владимир, вы не слышите так, меня. Пересмотрите эфир и послушайте, о чем я говорю. Я не знаю, как щодо прогресу, але я бачу регресу в плані ведення дискусії. Можна сразу? На нуле. Я хотів глядачці відповідати. Ніхто не бореться з пам'яттю про перемогу. Ніхто не навіть не піддає сумніву, що український народ страждав під час війни. Ми кажемо про те, що Жуков, його вплив на події під час Другої світової, його вплив трішечки з радянською історією перебільшений. Якщо порівнювати, наприклад, під час війни втрати серед німців, серед радянської армії, завжди, майже в кожній битві, завжди наші втрати були більші. Навіть коли були сприятливі умови за погоди, за чисельності і так далі. Тому річ в тім, що ви сприймаєте історію радянську. Ви сприймаєте історію, яку вам показав в свій час радянська партія комуністична. Ми наразі намагаємось дивитись на цю історію, як на історію України. І в історії України Жуков дуже контроверсійна персона.
Я особисто бачив бесіду двох ветеранів, які дуже погано про нього говорили. Тому його персону треба вивчати, треба знати, хто він такий, де він був, в яких, якими боями керував. Але казати, що він для Одеси персонально дуже великий герой, я вважаю це перебільшення. Дякую. Є ще один дзвінок. Вітаємо вас. Добре. Це ко мені, да? Добрий так, вечір. Я хочу... А, ні. Я внизу. Це до вас, скажіть. Добрий вечір. Я хочу обратиться к Владиславу. Ви знаєте, вопрос довольно странний, може показатися. Как вы относитесь к нашему первому президенту? Ведь он был и руководителем партии, и принимал участие в партийном строительстве коммунистическом, был коммунистом. Как вы к нему относитесь? Пожалуйста, ответьте. У нас все первые руководители страны были, как правило, коммунистами, потому что и ученые были у нас членами коммунистической партии, потому что люди росли профессионально, и как государственные управленцы. Естественно, что они росли в рамках Советского Союза. И делать оценки конкретной деятельности Кравчука как президента Украины я сейчас не буду, потому что у меня есть своя оценка его деятельности. Но, конечно, он первый президент Украины, это наш первый президент независимой Украины вот 30 лет, да, потому что я считаю, что у государственной Украины появилось раньше. Тобто про первого президента або хорошего, або ничего, я так розумію. Таку ви так только обрали. Ну, у меня есть своя субъективная оценка, которая не в рамках сегодня предметной дискуссии. Если будем говорить о нем конкретно в предметной дискуссии, я ее выскажу. Так, дякую вам, панове. У нас ще залишається буквально 2 хвилини. Як ви бачите, дискусії до сих пір відбуваються і на телевізійних майданчиках, і в сесійних десь залах. Чому ми не можемо нарешті поставити крапку у цій ситуації, щоб ні у кого вже не виникало ось цих питань? Що для цього треба зробити? Я дуже коротко. Я вважаю, все треба сприймати з дуже простої позиції. Є держава Україна, ми не будемо зараз про її історичні межі казати, є така, як вона відбулася в 91-му році. І треба сприймати будь-які події, будь-які дії наших політиків з точки зору того, яку користь може держава Україна отримати з цієї події. Дякуємо. Дуже коротко, Владислав. Я доповню. Є государство України, є граждане України. І все, що сьогодні у нас наша політика, в тому числі, вот, якусь негативну оцінку політики у нас в політиці, взагалі, в принципі, як інструмент, я понимаю, чому політики. Тому що зараз багато профанів прийшли в політику, і от у нас і люди, як би, вже вот так вони відносяться. На самом деле, політика – це серйозний інструмент. Я сподіваюся, не на Володимира натякаєте. Ні, я Володимир говорю. Я знаю, що він теж професіонально обучається цьому. И я говорю о том, что политика – это очень важный инструмент, в том числе в защите наших интересов. Кто еще не будет заниматься защитой государственных интересов, как не политики? Да, естественно, что и вот у нас военные, вот буквально позавчера был праздник Збройних сил Украины, тоже поздравляю всех военнослужащих, они защищают интересы Украины. Политики, дипломаты на своем уровне защищают интересы Украины. Законодатель, я говорю о профессиональных законодателях, тоже должен защищать интересы Украины и граждан Украины на своем уровне. Когда мы будем общей командой делать эту работу, тогда у нас будет сильная процвітаюча страна. Є такі політики, яким дуже страшно довірити захист. Ну, тому що, я говорю, тому що, к сожалению, много профанації зараз в політиці. Дякую. Мало професіоналізму. Спасибі, 20 секунд, Володимир. Спасибо, наконец-то, що мені предоставили слово. Я хочу вам сказати, що на самом-то деле, якщо б українська государственность, починає там со времен президента Порошенко, не начала заниматься вот такой вот, знаете, насильственной политикой в отношении гуманитарных вопросов, то мы сегодня бы не обсуждали все это, потому что если мы с вами говорим о истории, то я повторю то же самое, что я говорил в начале передачи. История должна быть наукой, а не политикой, обращенной в прошлое. Если мы перестанем спекулировать наша власть и руками вот этого так называемого института перестанет спекулировать на этих исторических вопросах, тогда все проблемы снимутся. И если мы будем выполнять, в том числе и нашу конституцию,
Конституцию и те международные акты и договора, которые ратифицировала наша страна. Тогда будет все нормально, и мы будем жить в нормальной стране. Нету в истории слова «есть», и есть объективная реакция. Спокійно, дякую. Спасибо, что завітали. Спасибо. Мене звати Євген Салтан, ми з вами побачимося о 19:20, будемо підводити підсумки першої сесії Одеської обласної ради, яка відбулася у п'ятницю, навіть можна сказати, що закінчилася вже в суботу, тому дочекайтеся 19:20.